Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Третья часть моего прохождения третьей главы к апокалипсису, к моду апокалипсис, под названием «Долг. Философия войны». И, в принципе, что могу сказать. Сейчас я уже официально работаю на Воронина, то есть на долг, да, то есть мы вступили в долг, получили задание, значит, ну, такое разведывательное, я бы сказал, халява плиц, разведывательное задание в Темной долине, разузнать, как там вообще обстоят дела, вот, и потом, после Темной долины, я планирую отправиться за инсулином к Сидору на кордон. Сейчас перехожу на свалку и оттуда уже в Темную долину. То есть напрямую на кордон мы не пойдем, так как у нас в Темной долине есть ряд заданий. Как я уже сказал, разведывательного характера. Блин, где мне детектор аномалий надыбать? Кто б знал. Привет, ребята. Здорово, я пройду? Конечно, предупредить хочу. На барахолке снайпер засел. Гад отмороженный. Так что ты осторожнее. Ясно, спасибо. На барахолке. Во, интересно. Так, ребятки, купите у меня калаш. О, блин. Денег у него недостаточно. Бедолага. Так, а у тебя достаточно? Хрен там. Блин, кто калаш купит, ребята? Да что такое, блин? Че, ни у кого 2000 нету, что ли? Этому не до калаша, я смотрю, на гитаре играет. Блин, что ж за фигня? 1778, блин. Что ж такое-то, а? О, наш человек. Забирай. Забирай калаш. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, избавимся от снайпера. Все-таки. И, честно вам скажу, ребят, вопрос на засыпку. Что такое барахолка? Я что-то как-то... Ага, ну вот она, барахолка, вон он, снайпер. Так, очень-очень аккуратненько. Обойдем, наверное, с тыла его. О, офигенный прибор ночного видения. Вот такой мне нравится. Без вот этих ядовитых оттенков. Снайпер засел. Ну где этот гребаный снайпер? Что-то я его даже не это самое. Вообще не вижу. Все. Тут ничего. Второго вынесли. Так, а что у него там? СВД. Хороший СВД. Высоко сижу, далеко гляжу, блин. Артик. Блин. Так, а вы этого чё? Так, ну окей. Я вот еще думал, может быть, заглянуть. Может быть, еще заглянуть к ребятам вот сюда. Вот. Ну, хотя нафиг, не хочу потом. Пошлите, короче, сразу в темную долину. Снайперку неплохую мы надыбали. Я думаю, она мне еще очень даже пригодится. Так, это что у нас? Ломать мясо. Ну, давайте нацепим. Хороший арт. Так, еще один. Тихо. Блин, жесткий у меня экзоскелет. Вырываюсь из карусели, как нифиг делать, блин.
Так, а тут какая-то веселуха тоже. Так. На тебе сразу вот это. Да стой ты, блин. Задолбал. Стой спокойно, да, я тебе продам всякое барахло вот это вот. Три банки тушенки вполне достаточно будет. Я вот не знаю, может, мой снайперку толкнуть. Нафиг она мне нужна, да? Ну, ладно, пока подержу. Попридержу немножко у себя. Блин, арты валяются, никто не подбирает. Батарейка. Мамины бусы. Это вообще разговаривать не хочет. О, здорово, кто такой, откуда, куда? Сталкер, иду с бара к военным на блокпост. А чё через долину? Или на свалке ситуация изменилась? Всегда так хожу. Ясно, вот только я тебя впервые вижу. Так, и я тебя тоже. Пойду я, пожалуй. Погоди, ты, я вижу, мужик серьезный. Экипирован неплохо, судя по всему, опыт у тебя есть. Поговорил бы с нашим старшим. У него кое-какие непонятки про зону имеются. А прояснить не у кого. Сталкеры, завидя нас, прячутся по кустам почему-то. Так вы танк сюда подгоните, перестанут прятаться. Шутник. Ну так что, поговоришь? А кто у вас за старшего? Бесяк. На автозаправке он. Скажешь, мол, вепрь прислал. А я потом премией с тобой поделюсь. Ага? Ага. Не зажили, только премию. Да. Вот такие вот дела. Так, ну продавать мне больше так особо и нечего. На заправке, говоришь? Ну что, ну ладно. Пойдемте сходим на заправку. Так, где мы там? Блин, какой офигенный прибор ночного видения, а, ребят? Реально офигенный. Слушайте, артов валяется немерено. Так. И, кстати, хочу сказать, что вот при помощи вот этого вот прибора, да, ночного видения, очень даже неплохо подсвечиваются все арты, которые в зоне видимости. Можно заметить, да? Так, аккуратненько. Еще один, слушайте, артов, конечно, вообще. Ну, это фигня. Так, ну вот я уже почти на месте. Здорово, чувак. Санек, сутенер. Кликуха прикольная. Чё, пацаны, скучаем? Не, нечего им мне сказать. Так. А это Люты. Здорово, братуха. Где-то я тебя видел. Точно, ты немец из поиска. Но еще раз здорово, братан. Здорово, Люты. А вы все вход в лабораторию сторожите? Это немец. Если что надо, дуй к пахану. А мне не резон лисичку себе под ребро наваживать. Усё, базара больше не будет. И чё я такого сказал? Ну ладно, пока, Лютый. Всё, больше разговаривать со мной не хотит.
Так, а где ж у них этот пахан? Давайте посмотрим. Может, найдем где. Так, здесь больше никого, по-моему. Только братки эти ходят. Опачки. Прям как Человек-паук. Немец наш. Так, никого здесь, да? Возле заправки, он говорил. Давайте посмотрим здесь. Так, заправка чуть дальше. То бишь вот тут. Где-то тут. Тут ничего, только аномалия. Вон какие-то стоят. Ух ты, слушайте, ля, какая офигенная штука. Прям как из игры Безумный Макс. Вот это джип, вот это, блин, вещь. Посмотрите на него. Обалдеть. Так, ладно. Стоять, пароль. Не знаю. Правильно? Хм, правильно. Куда? Вепр прислал. Надо было сразу сказать, проходи, пока. Вот так вот. Я уже думал, фиг пропустят. Но все-таки пропустили. У этих прилично деньжищ, по 60 штук. Так, выверт. На тебе выверт. Он мне нафиг не нужен. Так, ну мне походу... Да, мне походу на второй этаж надо. Где там ихний начальник? А вот он и начальник. Немец, здорово. Ты как здесь? Стреляли. Где? А, понял. Сообщили мне, мол, серьезный человек идет сюда. Всякое подумал, но чтобы ты и в голову не пришло. Поговорим? Выпить не предлагаю, не время. Откровенность за откровенностью. Ну а как же еще? Только так. Севернее бара был? Севернее. На радаре мясорубка. Ты же про радар хотел узнать. Не только. А севернее радара? На станции. На станции я не был. Припять. Там тоже что-то начинается. С апокалипсисами поиск схлестнулся. Потом Славин на меня вызверился ни с того ни с сего. Ушел я от греха. Свободу видел. Вояки. В детсаду. Слушай, немец. Ты ж нам как гирокомпакс. А, гирокомпас, господи, да, гирокомпас. Проводник нам нужен. На станцию 2 группу провести. Не был я там ни разу, бесяк. Блин, а найти толкового сможешь? Ты ж всех знаешь, как скоро. Кого попало, тоже не надо. Нужен опытный, правильный молчун. Как тебе сообщить? Приведешь лично, я тебе заплачу полтинник. Годится? Нормально. А теперь скажи мне, бесяк, что в округе делается? Давно я здесь не был. Иду и офигеваю. Здесь мы, немец, на фабрике и на АТП, братва. Но все чинно, благородно. Бригадир их, Леша Борман. Вообще, по-моему, нормальный мужик. Вояки 2 раза пролетали 3-го дня. Но как-то без стрельбы обошлось. В общем... В Багдаде все спокойно. В Сантьяго идет дождь. Какой нахрен дождь? Месяц сушь стоит, только громыхает. Еще вопросы? Нет?
Ну, пока жду тебя с проводником. Удачи. С проводником, с проводником. А где ж мне этого проводника-то надыбать? Обстановка в темной долине. Закончит разговор с Бергером. Ага, это уже кордон. Так, ладно. Обстановка в темной долине. Так, давайте еще на вот эту базу наведаемся, глянем, что там. И тут братки ходят, торгуют одним местом, блин. Так, ничего, надо идти к ним. Ух ты. Долговая яма. Нужно туда к Борову подняться. Ну, я имею в виду, где Боров, да, был в оригинале. Так, ну эти ребята мне ничего не скажут. Только там кто-нибудь что-нибудь может сказать. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. На... Так, сейчас этажом ниже еще. Пройдусь, гляну. Ух ты. Открыта дверка. Заходите, люди добрые, берите, что хотите, да, называется. Ну ладно. Так, значит, так. А сегодня ребята, видимо, добренькие. Нифига себе. Вот это называется халява, плиз. Обалдеть. Нормально это картов надыбал. Нифига себе. Вы посмотрите, водяры сколько, два ящика стоит. И все ж можно забрать. Это ж не скоринь какой-то, где за воровство по рукам бьют. Тут как бы такого нет. Ну, водку сейчас быстренько смогу толкнуть ребятам вот этим всем. Будешь водяру, братан? Недорого, бери. Кстати, тут два вида водки на самом деле. Так, патрончики забирай. И вот это тоже. Что, у тебя еще деньги есть? Есть. Вот эти еще тоже для калаша. За копейки, правда, он их у меня берет. Но и, ну и да ладно. Учитывая, что я с их ниже базы все забрал. О, господи. Так, ну ладно, давайте наверх. О! Гоблин. Гоблин, гоблин. Еще один гоблин, да? Дрюня, майданчик. Так, тут у нас что? Тушенка, хлеб, хлеб, тушенка. Патрончики. Офигенно. Пришли, пошарились по ящикам, да? Поискали, что где лежит, блин. Так, это что за... Так, будешь что-нибудь у меня покупать? Будешь. Конечно, будешь. Наверное. Блин, неплохо он берет эти антирады. Коктейльчики мне нафиг не нужны. Бинтики мне тоже нафиг не нужны, потому что у меня арты от кровотечения шикарнейшие просто.
Так, за что возьмешь? 8? Не, не буду тебя продавать за 8. Облезешь, блин. Ладно, давайте теперь с ним побеседуем. Здорово, отец родной, что скажешь? Здорово, Леша. Сказали мне, дескать, объявился в долине нормальный бандит. Ну вот и зашел поглядеть. Это ты. Паршивое место, немец. Фонит и скукотища. Думаю, может ближе к бару перебраться, а? Долго цы примут. Мало не покажется. Тебе видней. Зря ты сапоги топчешь, немец. Ты же знаешь, братва дальше дикой территории не заруливает. Не туда сети кидаешь, братан. Ладно, Леша, свидимся еще. Бывай. Вот и все. Тоже сильно диалог у меня с ним не склеился. Так, ну что, со всеми поболтали, да? Со всеми, да не со всеми, возможно. Так. Сюда, блин, как же выйти отсюда? Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Совершенно ничего. Да, вот так можно в окошко. Опля. Да, чтоб тебя. Давай, немец, давай. Ну. Не лызи в Крымку. Ну, вот и выход. Так, ну, в принципе, я еще два места в Темной долине не посетил. Это, в принципе, лаборатория, да, наша X18. И ферма, собственно. Лабораторию мне запретили спускаться, но, ребят, как говорят, да, правила существуют, чтобы их нарушать. Я все-таки туда спущусь, посмотрю, что там находится. Возможно, для меня будет что-то интересное, что-то полезное там. Вот. И потом уже отправлюсь на ферму. Как говорится, раз, два, три никто не видел. Вот. Ну, спросят, уже будем отвечать. Поэтому идем в лабораторию. Тут, я так понимаю, сейчас никого не будет. Кроме зомбаков, наверное. Кстати, вполне возможно, что очень даже неплохими артами смогу обзавестись. Так, здесь ничего у нас. Ух ты! А тут, оказывается, полтергейст орудует. Все понятно. Да чтоб тебя. Ну, сейчас я его найду, блин. Я ему сейчас устрою кузькину мать. Ну, так поприятнее. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Тут тоже ничего. Так, блин. Дверь заперта. К сожалению, кода я не знаю. Так. Я
Есть что интересное? Кстати, может быть, в этой лаборатории как раз инструменты будут, да, которые нам надо будет найти, мало ли. Бум. Ящики стоят. Как ни в чем не бывало. О, Артик. Да и не один. Кровь камня. Ну ладно, уговорили. Нацеплю. Ух ты. Псевдогигантика кто-то загасил. Или сам умер от старости. Или от тоски. Одному тут скучно в лаборатории, блин. Так, ладно. Допустим. Что тут, водочка? Бинтики, всякое, короче. Барахло, ладно. Здесь внизу ничего интересного. Так, а ну-ка сходим мы еще, знаете, куда? А вот сюда вот. Не, не сюда. Не сюда, а вот сюда. А, здесь дверь, точно, здесь дверь, дверь, дверь с кодовым замком. Ух ты, полтергейстик, ходи сюда, родной. Так, ладно. Что тут, что-нибудь будет еще? Блин, что-то, по-моему, больше мне делать нечего. В HP делать нечего. Видимо. Сейчас еще прошвырнемся по комнаткам, глянем, что тут где. Да и все. Да, походу все. Везде мы побывали. Ничего тут такого нет. Так, полтергейстик. Так, хотя знаете, что интересно? А, ну. Ну да, они летают. То есть, может быть, по идее, где-то еще один засел, так сказать. Вполне возможно. О, Артик, пожалуйста. Я же сказал, что-то будет. А так себе на самом деле.
Так, ну и все походу, да? Ничего тут больше такого нету. А сейчас еще Одиссея не был. Так, это у нас что, капли? Так, а у меня от радиации есть колючка. А выносливость лучше, конечно, оставить. Ладно. Так, ребят, в общем, немножко я еще полазил по X18, и все-таки хочу вам сказать, не зря я сюда залез. Вот смотрите, что я здесь обнаружил. Ящик с инструментами для Гришки нашего, да. Вот, если мы ему его принесем, то для нас весь ремонт комбезов, оружия будет бесплатным. Вот, так что, в принципе, очень даже хорошо, что мы его нашли. Стальной ящик с инструментами. Вот. Ну и все. Теперь, в принципе, можно и на выход нафиг идти.